Друзья, а перед началом этого видео хочу посоветовать вам интернет-магазин рыболовных товаров «Мои снасти». Удобный дизайн и навигация, помощь консультанта по выбору снастей и доступные цены. Снасти и атрибутика для спиннинговой, фидерной, поплавочной и зимней рыбалки. Доставка по Москве и в регионы. Также на сайте вы сможете найти раздел по ремонту снастей, а в разделе скидок выбрать товар по привлекательной цене. Интернет-магазин моиснасти.ру. Ссылка в описании под видео. Какая поклевка была мощная. Есть, есть. Карась. Дропшот. На червя. Вот он долбит, нифига себе. О, есть. Это, по-моему, ротан. Ротан. Ну какой. На червяка. На живого. Есть. Вот на червя сразу попался. Он трясет как. Он карасик. Есть. Заголовок, прикинь. Нормально толкается еще тут. Вот побольше.
А? Ну такой. Стандарт. Его там стоит полно. Прям кидаешь сразу поклёв. Вот, уже клюет. Сделай поводочек небольшой. Опа, отцепился. Нифига он потянул. Ой, это такой вроде побольше. Ой, у тебя тоже там. Прям потащил так. Нет, такой же, но более резвый. Но день разогревается. Он поактивнее становится. Еще покрупнее бы он стал, было вообще хорошо. Но пока пятаки. Это бас. Ох, нифига себе. Покажи, подойди, пожалуйста. Вот это уже ротан, да. Ай-яй-яй, вот у него там зубище-то. Сколько это грамм? 150, наверное. Давай взвесим, да, ради интереса, сколько такой ротан весит. Чтобы знать на будущее. 150? 300 грамм. 280. Это? Не может быть у него 300 грамм. Сними, повесь его назад. Да там не грамм были. 140. 140 грамм. 140 грамм, я говорю 150. Нормально. Ну, вот такой вот. Сейчас рот закрыл. Так. Отпущай. Пакет. Хочу сказать пару слов об оснастке. Основной шнур 5 либров, поводок из монолески 0,14 длиной 2-3 метра. Концевой грузик весом порядка 1 грамма, выше него одинарный крючок номер 12. Сначала мы ловили по классике с жестко фиксированным крючком на леске, но это давало массу пустых поклевок карася. Положение спас небольшой поводочек длиной 3-5 см, позволявший карасю надежнее засасывать наживку. Ловили исключительно на естественной наживке, но подсаживая небольшое зернышко пенопласта. Стоило пенопласту слететь, как поклевки резко прекращались. Я думаю, что кусочек пенопласта играл сразу две роли. Первое – контрастное белое пятно, привлекающее внимание карася. И второе – придание наживке положительной плавучести, что поднимало ее над слоем донной растительности. Проводка выполнялась либо в классическом дропшотовом стиле с рывочками и паузами с натягом шнура, либо наживка просто оставлялась неподвижно на какое-то время на дне. И после этого следовала серия тычков, ударов и подтяжек, как бы имитируя ловлю на легкий пикер. Карась ловился повсеместно из каждого заброса, в то время как у поплавочников результаты были очень далеки от этого. Да, он здесь красивый. О, и у меня. Да, немного. На случай, если что-то покрупнее будет. Ну и тащить поприятнее просто.
Не, ну все равно лучше ослаблять. Он вот такой, вот такой, а может влететь и не такой. Да он даже просто на вываженье может порвать. Что там? Лесочка 0,13 поводок. Палка жесткая все-таки. Ну как жесткая. Ну такому полкилошному карасю достаточно будет, чтобы порвать. На затянутом фрикционе. Крупней. Прям на проводке взял. О, уже поприятней. Вот такой вот карас. Есть. Ну да. Не, я уже привык, что надо ему паузу дать и после паузы подсекать. Стычка бесполезна. Клюет, только ближе уже сюда. О, о, слушай, а что-то даже вроде побольше, нет? Не, чуть-чуть поболее. Она, смотри, вот который покрупнее перепутывает, который покрупнее он перепутывает, начинает трястись и мотает. Ну это уже вот такой вот карась. Первая. Первая. О, плотвень. Ну что, у нас осталось полчаса рыбалки. Надо за эти полчаса поймать хотя бы десяток. А то вон ребята уже наловили, пока я там около плотины лазил.
Ну, надеюсь, сейчас тоже что-то поймать удастся. Топь. Оп-оп-оп-оп-оп. Какая баклуша, бобровая плотина. Рыбы не видать. Угу. Клюет. Вот она. Попалась. Это самец. Шершавый. Иди. О, хорошенькая одна. Не, ну это тоже не крупная. Да и не резвая. Обычная плотва. Она, да, она дергается. Карась там как-то больше это. Стучит такими ударами. Не знаю, это странно, как это показывает. Опа. Ага. Есть. Сразу. Ну да, здесь можно ее надолбить мешок при желании. Но правда, такой плотвы